Привет. Кратко про Албанию. Друзья, в свете последних событий, которые происходят на нашей планете, мне часто прилетает такой вопрос, как я отношусь к тем или иным народностям. Да? Отвечаю. Я с огромным уважением и сочувствием отношусь ко всем народам в этом мире. Независимо ни от места жительства, ни от вероисповедания, ни от цвета кожи. Вообще нет каких таких вот факторов. В конце концов, мы все плывем в одной лодке, и когда кому-то плохо, то другие должны ему помогать, а не делать хуже. Знаете, в любом случае, хороших людей их всегда больше, чем плохих. Поэтому нельзя ставить клеймо на каком-то народе. Хотя, безусловно, у каждого свой подход к этому вопросу, и каждый имеет для этого какие-то свои причины. В любом случае, я уважаю ваш выбор и не собираюсь навязывать свою точку зрения. Позвольте и вы мне помогать каждому, кто ко мне обратится.